Неизменно и каждый раз как будто заново поражает этот город своей гармоничностью и совершенством. Неповторимость древнего Суздаля, творение старых мастеров, зодчих, кузнецов, каменщиков привлекают к нему людей со всех концов света. Недавно в Суздальском музее-заповеднике отметили своеобразную круглую дату. Здесь побывал миллионный посетитель. Счастливым обладателем этого титула оказался москвич Александр Бекетов. Тут уж ему и грамота, и подарки, и даже постоянный билет в музей. Все, как полагается почетному гостю. Суздаль, один из центров туристского маршрута «Золотое кольцо», по праву называют городом-заповедником. Здесь многое делается для пропаганды культурного наследия, для сохранения и реставрации памятников древнерусского искусства и зодчества.